Всем добрый вечер, а я тут немножечко похвастаюсь, похвалю своего муженька. Пока я отдыхала, смотрите, что мы приготовили. Картошечку пожарили с сосисочками и лучком, стушили сатэ кабачковое, я просто обожаю. Покрышили салатик, он любит крышить так один в один, он не очень быстро это делает, но зато у него прям идеально. И фруктовый салатик у нас есть, и еще компотик, ну а мне кусочки селедочки. Так что всем приятного ужина и спасибо Виктору Владимировичу.